Встречающиеся на пути препятствия для этого имени лишь подстегивают их деятельную натуру. Они не умеют вовремя остановиться и отдохнуть. Если обладатели этого имени найдут способ извлекать стимул для собственного развития, то они смогут достичь высокого уровня и даже совершенства. Тогда они получат шанс стать настоящими хозяевами своей судьбы. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Звучание буквы «С» не вызывает раздражения. Звук «В» указывает, что обладатель имени изобретательно пользуется коммуникабельностью и внутренним единением с природой. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. Привыкли добиваться своего, поэтому обладает исключительным терпением и способны надолго затаиться перед решающим рывком. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Считается, что если в имени присутствует буква «С», то это признак властности и капризности. Владельцы этого имени зачастую в любви непостоянны и капризны, требуют повышенного внимания к своей персоне. Буква «Е» придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Буква «К» в этом имени обозначает страсть к выбранному роду деятельности. Это имя наделяет упорством и реалистичным планами, поэтому часто мечты такого человека сбываются. Блеск, искрометность – вот впечатление, которое оставляет после себя обладатель этого имени. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Носители этого имени ненавидят рутину, однообразие и посредственность. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Это сильные личности, способные привлекать внимание людей за счет своего обаяния, готовы идти к поставленным целям с любыми путями. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.